Привет, Ютуба, привет всем! Сегодняшнее видео хочу посвятить теме сухого пилинга. Кто меня смотрит, знает, что я учусь на спа-специалиста. В процессе обучения узнала уже всякие классные штучки. Хочу с вами поделиться. Думаю, что информация будет полезна как женщинам, так, я думаю, и мужчинам. Первое из того, что я приобрела, это была щеточка английского производства. Я знаю, что Англия меня смотрит. Это ваш продукт. Это щеточка для сухого пилинга. Очень рекомендую ее приобрести. Я купила у нас ее за 12 евро. Я думаю, что в Лондоне она дешевле. Чем она классная? Она не из щетины, как это может показаться сначала. Это щеточка из кактуса. Если присмотреться, у нее есть вот иголочки прямо зелененькие по цвету. Это кактус. Сухой пилинг делается, ну, в моем случае, перед массажем, вообще перед душем. Чем это классно? Во-первых, улучшается крово- и лимфоток. Что хочу сказать для тех, кто, может быть, не знает. Все движения на теле делаются снизу вверх. Ощущения, я вам скажу честно, ну, прямо ах, на первый раз, кто это не делает, великолепно снимает ороговевший слой кожи, улучшает кровообращение. Практически сразу, как говорят, волосы встают аж дыбом. Массажные щеточки, щеточки для сухого пилинга. Что бы мы ни делали, всегда по направлению снизу вверх. Это просто закон. Вот лимфатические узлы, вот лимфатические узлы. Поэтому всегда к телу, а не от него. Это ручки массажиста. Ногти носить нельзя, маникюр носить нельзя. Вот такие руки по жизни должны быть у массажиста, спа-специалиста. Представляете? Ну, не беда. Так, значит, это первое. То, что я хотела очень порекомендовать. Ну, просто... Делала я мужу перед массажем. Ощущения великолепные. Для англичан вот такой ценничек. Профессиональная щеточка для тела. Следующая покупочка — чудо-варежка. Она из силикона. С одной стороны у нее пупырышечки такие довольно большие. Вот такие. С другой стороны вот такой вот. Такие зубчики. Они довольно мягкие, но в сумме, конечно, они очень неплохо работают. Ее очень удобно подвесить в душе. Вот так вот она одевается на ручку. И в зависимости от того, я не знаю, боремся ли мы с целлюлитом или просто улучшаем кровообращение, моемся этой варежкой в ванне в душе прямо с мылом вместо мочалки. Великолепно просто работает, это уже мною проверено. Эта чудо-варюшка не просто борьба с целлюлитом, это колоссальное улучшение циркуляции крови и лимфы в организме. За счет того, что она силиконовая, очень хорошо она держится, хотя тут есть места, тут можно и упираться, и пальчики поставить, если ну, нужно. Обалденная, великолепная штука. Я ее купила за 2,20 в евро, причем это не просто такое, скажем, приспособление на любителя. Продукция российская, как видно, чудо-варежка, массажер медицинский для тела. Скажу честно, если бы не пошла учиться, не посмотрела бы даже вообще бы, никогда бы не купила. Так как у нас на практических занятиях это все использовалось и применялось как на себе, так и на моделях, в общем, стала потихонечку закупаться. Какая обалденная штука, просто вам не передать. Прочитаю, чтобы от себя тяну не нести. Очень люблю всегда профессионально составленный маркетинговый текст. Кожный покров находится в непосредственном соприкосновении с внешней средой и активно участвует в жизнедеятельности организма. Кожа – огромное рецепторное поле, и это правда, в котором содержатся нервные волокна и их окончания, сосуды, потовые и сальные железы. Правильный уход за кожей позволит избежать многих заболеваний. Массируя определенные участки тела, мы, скажем так,
кто не ходит на массажи или у кого-то что-то болят, там суставы, мышцы, можно размассировать вот такими вот чудо-варюшками. Если это все еще объединить с согревающими маслами, о которых я тоже буду рассказывать, в зависимости от проблемы, эффект колоссальный. Применяется для антицеллюлитного массажа. При массаже массажером чудо-варюшка кожные сосуды расширяются, улучшается кровообращение, активизируется питание кожи. Массажер чудо-варюшка можно применять в душе и ванной с мылом и гелем. Ежедневное применение чудо-варюшки позволяет успешно бороться с целлюлитом. Противопоказанием к применению является наличие гнойных и открытых ран. При мягких массирующих движениях воздействие идет на структурные слои, что благотворно влияет на центральную нервную систему. При массаже удаляются с кожи отжившие клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и усиливает выведение продуктов распада. Повышается тонус кожи, она становится гладкой, упругой, розовой и чистой. Натуральные щеточки, в моем случае, как я уже говорила, натуральные щеточки из кактуса, их после применения одному человеку помыть просто с мылом. У кого есть, можно использовать дезинфицирующий спрей. Силиконовая чудо-варежка, в принципе, учитывая то, что она уже применяется с мылом и гелем, промывается и, в общем-то, высушивается. Все. Не могла не поделиться этой информацией, но просто удивительные для меня открытия и находки. На этом все. Пока-пока. А также приглашаю вас посмотреть другие видео на моем канале. До новых встреч!